После последнего обновления ПО на айфонах в приложении «Контакт» нет возможности прослушивать аудиозаписи, то есть видеть ваш плейлист. Что нужно сделать для того, чтобы можно было их слушать? Заходим в наше приложение, в поиске пишем vk.com/audio и нажимаем «Открыть ссылку». Видим весь наш плейлист. Также заходим и слушаем музыку. Переключаем ее, работаем так же, как мы и работали. Спасибо за внимание. Всего доброго.